Всем привет. Ой, какой фильтр позорный у меня. Я его сейчас же уберу. Вот, так лучше. Голос немножко электризуется, кстати. Я наконец-то пришла к Уме в салон. Напротив ЦУМа, да? Мне сразу налили шампанское. Вот вы понимаете, какой сервис? Посмотрите. Вот, бутылку принесли целую, розовую, розовую. Прям вот как все положено. Умчик мой сидит, красит. А что вы красите, скажите мне? Уме красит корни после отдыха. Вот. Как вам, кстати, мой стиль? Платье. Посмотрите, я сейчас вам покажу. Вот. Нравится или нет? Мне идут такие. Я первый раз такое платье такого стиля одела, если честно. Вот. Мне сегодня миллион комплиментов сделали, да, по поводу моего наряда. Я хотела сегодня идти в спортивном. Ума, да, я тебе сказала, говорю, я Уме звоню, говорю, я приду в этих спортивных, в спортивном костюме. Почему не на концерте Бузовой? Потому что мы с Умой идем на день рождения сегодня. Я даже не знаю, когда у нее концерт. Вчера был? Я не знаю, я не следила. Нет, какое вульгарное это платье Бальмаин, оно очень крутое. Ума, у тебя корни будут темные, да? Корни, не черные, темные, холодные. Стиль руководителя у меня. Ух ты, вот это да, вот это заявка. И посмотрите, что главное, на ногах. Я тебя вообще не снимаю, Ума, не волнуйся. Я просто сказала, что ты рядом. Этого достаточно. Мне кто-то говорит, трахнуть бы тебя. Как ты считаешь, что это комплимент или это нужно... Мне предлагают трахнуться. Мне нужно обидеться или поблагодарить? Ну, трахнуть меня. А Ума говорит, что у вас хороший вкус. У тебя нельзя снимать, да? Блин. Ума, такие сережки обалденные. Это просто шок. Круть. Прикид клевый. Нет, вы посмотрите, какой он со стороны. Я сейчас вам покажу. Я прям покажу. Нет, его не видно. Да что же это? А вот. А все говорят, что платье супер, представляешь, прям все. А еще можно... Бальман, конечно, чтобы он был не супер, это так вообще. Короче, Ума говорит, Бальман, опорная звезда. Эти пуговки класс. Кстати, а откуда подвернула? Вот. Тебе очень идет, спасибо большое. С таксистом это... Вот, короче, я же вам не рассказала. А вот, в полный рост. Внизу теплые колготки и кеды. Мне так сказали, нужно носить. Ну, вот теплые колготки. Я их купила в Окее. И кеды. Платье Бальмаин, а колготки из Окея, вы понимаете? Короче, Бальман. Хватит, не исправляйте меня. А колготки из Окея. Прими запрос. А сколько стоит такое платье? Платье дорогое. Обалденно. Ума, как все дела? Ума, вот вы понимаете, отвык человек. Мы не виделись 5 дней, она отвыкла от публики. Вот что значит. Все, обрадовалась, все, что они снимают, живет спокойно. А тут я приехала. Меня у тебя нет ни тех пос, Ума.
Что про таксиста? Дайте я вам расскажу, чтобы вы просто как бы поняли. Что было? Я села после съемок к таксисту. Мне позвонил мой парень, который со мной был на подиуме, и сказал: «Маша, ты такая охуенная, я тебя поздравляю, наше платье лучшее». Короче, я говорю спасибо, говорю, я реально считаю, что самый пиздатый в своем стиле. И вдруг мне водитель говорит: «Пошла вон отсюда». Я говорю: «В смысле, довезите меня до дома». И он меня начал выталкивать, порвал мне шубу мою. Это была вообще не моя шуба, а мамина норковая, порвал. Вы представляете, я пошла от него, ухожу. И он за мной побежал в магазин, сказал: «Плати мне 1000 рублей, я тебя провез 5 минут». Я говорю: «Я не буду платить вам. Вы меня выгнали, и вы мне еще заставляете платить». В итоге парень, который был продавец, он вызвал полицию, мне повезло, потому что тот меня бить собирался. В суд. Ну, короче, не будем это... Да, но он не русский был. Не русский. Я не знаю, это был... У меня такое за всю мою жизнь впервые просто. Мне говорит парень... Мне говорит парень с подиума, которым я участвовала на пятницу с Юдашкиным, программа вышла, вот прям вот в прямом эфире шла, и он мне звонит и говорит: «Маша, ты такая охуенная, я тебя поздравляю». Да что? Вот просто вот так. А я сижу на громкой, я вообще забыла, я сижу, ем параллельно, я целый день не обедала, ничего не ужинала. Мне говорят: «Ты самый типа охуенный, я тебя поздравляю», и все. И он мне говорит: «Пошла вот». И знаешь, и он таким тоном у меня просто, знаешь, у меня все похолодело. Я тебе клянусь, так я испугалась. Я думала, мне конец. Ну, слушай, Ума, я же не... Что значит? Я захотела, поговорила, как я говорю, и, ну, как бы он мог мне сказать: «Девушка, там, допустим, вы могли бы, там, не материться». На дороге ударил, порвал шубу норковую, мамину, короткую. Я вышла, а он вдруг бежит, говорит: дала мне деньги, мат-перемат. Я просто бежала, как могла, добежала до магазина, хорошо, что там был магазин. И парень вызвал мне, знаешь, кого? Не, мне парень просто, парню стало плохо, очень, ну, такой продавец хороший, худенький. Он просто, я вижу под прилавком, я ему такая, типа, говорю, ну, вот так вот, глазом морган, вызывает полицию. Они приехали, он больной, он не уходил от магазина, никто не мог туда зайти, все боялись просто. Ой... Мне кажется, у него что-то с психикой просто, если честно. Я уверена. Потому что мне полиция сказала, что надо, говорит, вас домой проводить, потому что он же знает конечный адрес, и его не могли потом найти в базе, чтобы он куда-то ехал. Он отключил даже навигатор. Это бред. Вот, мы все... Если хочешь, можешь с той стороны встать. Приехала полиция, что-то... Да, полиция приехала, они разобрались. Короче, меня посадили домой. Ну, вот так вот. Просто вчера недопонял народ и начал говорить, типа, что значит, говорит, он отказался вести, а потом догонял. Ну, как бы логические цепочки выстроено не было, поэтому многие не поняли, в чем дело. Я не могла, я боялась, потому что он был, ну я боялась, еще ему слово сказать, клянусь вам. Нет, да. У меня нет парня, ребят. Говорит, у тебя есть парень, пусть ему начистит. Я говорю, у меня нет парня. Так бы понятно. Да. Желательно дагестанцы. Я с Умочкой и с девочками, к которым она пришла, на окраску волос. А после мы едем на день рождения. Чего ты не отвечаешь? Я всем отвечаю. Всем. Это наша группа Сочи. Я рассказывала, что со мной случилось. Ты идешь на концерт Бузовой? Нет, я не иду на концерт Бузовой. Ей пора на мои концерты ходить немножко уже. К классической музыке приобщаться. А мне-то что к ней? Ходить на попсу? Вы что? Ребят, ну вы прям вот ей-богу. Если хочешь. Если хочешь. Ансамбль без даты. Не, ну я ее очень люблю. Но на концерт я, ну как бы... Не пойду. А я случайно попала на Сочи. Ну, это тебе пришлось. Ты пригласила. Ума, спрашивают, где Альба? Можешь, пожалуйста, дать внятный комментарий моим читателям? Тише. Скажи, что Альба делает голливудскую улыбку. Короче, Альба, все себя совершенно... Что у нас не выносит из избы. Мы же не такие...
Я сама не знаю. Что здесь? Вообще сама. Да, Жорки, подскажи мне. Мань, привет! Привет! Смотри, кто тебя смотрит и любит. Это кто такой хороший? Это Алюшка. Это твоя дочь? Конечно, у меня их две. Слушай, какая ты красавица. А как тебя зовут-то? Откуда? Блин, Советовского. Ты меня прям засмущала. С ума сойти. Я из Санкт-Петербурга. Ты красотка. Ну, слушай. Я из Санкт-Петербурга, обычная женщина, девушка. Все обычно, ты нам очень нравишься. Спасибо, мне безумно приятно, что у меня мамочки с детьми. Для меня это такое счастье, ты себе даже представить не можешь. Твоя мама вообще огонь, мне так нравится. Какая красотка. Спасибо. Зацените. Вот, Маш. А сколько тебе лет? 28. И ты уже двоих детей родила? Да, прикинь. 28 лет, у меня две дочки. Что мне делать-то? Ну все надо списывать. Приезжай, нянчить будем вместе. Вместе нянчить будем, Маш. Подожди, сколько второй дочке лет? 3.5. Супер. Супер. Ты очень красивая, прям честно, вообще. Ну, не знаю, я бы еще бы себе что-нибудь бы сделала, но ничего не сделала. Реально красотка. Да. И двое детей. Да, да. Ха-ха-хи-хи. Все, Мань. Спасибо, что добавила. Еще бы. Запрос. Вот. Умница. Как погода в Питере? Пока. Дождливо? Да, плохо вообще. Ветер сильный, ужасный. Я вот Питер лучше обожаю, но климат, конечно, у вас оставляет желать лучше. Вот без обид, клянусь, блин, я там жила год. Я училась тогда на скрипке в консерватории, туда приезжала на стажировку. И прям вот я год, не знаю, мучилась. Хотя Питер безумно люблю. Петергоф, вообще все галереи. Вообще парки, все любят безумно, Питер. Мы сегодня были в ботаническом саду. Нам было хорошо. Ладно, целую дочь. Пока, Мань, пока. Да так и что, это нормально? Конечно. У меня в эфире нормально. Так, сегодня воскресенье. Не это, не заводничай. Ума говорит, мне нормально, шампанское вспомнила. Вспомнила, мне что сегодня. Я тоже так хочу с тобой поговорить. Мы можем поговорить. Альба. Альба с Сашей отдыхает. Я не знаю, кто такая Саша. Я не знаю, реально, кто такая Саша, поэтому. Да, Саша. Она сама. Конечно, Саша. Всегда Саша. Короче, Ума меня корректирует и говорит всегда с Сашей. Ума, главное, чтобы я ничего лишнего не сказала. А я не могу, потому что я всегда в неведении. Я все узнаю последнего, клянусь, в этой жизни. Вот, смотри, какой цветок красивый, золотой. Это ж просто умереть. Я здесь хочу сфоткаться. Сесть на него хочешь? Нет, сесть нет, а сфоткаться хочу. Ума, мы немножко опоздаем, да? Мы войдем... Все таблетки можешь тоже дать мне? Что, болит, да? Хотя позже шампанское. Знаю, это... Это корни болят. Это как... Ну, так было... Нет, это нервы. Корни болят. Нервы? А почему? А чего у тебя невроз? Ты нервная, да? Конечно, 100%. Все, скажи, ребята. Это Венеры. Помоги. Красными ушами пролившись. Психологу надо. Подожди, а что вы сейчас Уме делаете? Тонируем. А до этого красили? Смывали. Нет, до этого красили. А, до этого корни красили, легкие шатушки ебанули. Я пойду, конечно, на свадьбу к Донцовой на Сейшелы. Я не пойду, полечу. Я не дойду туда. Идти туда 10 лет. Сдохну, пока дойду. Хорошего вечера. Спасибо, Веснушка. А спасибо, родная. Потому что стресс потом последствия. Нужно заниматься аутогенными тренировками.
йогой, даосскими практиками. Типа, и все будет, все будет шикарно. Мне кажется, даже шизофрения, кто-то болит. Я человек против закона. Плохо слышно. Хороший воздух. Спасибо, родные. С тобой по-любому весело. Привет, сухой. Короче, вы знаете, что, до чего я дошла? Я, то есть, не видела Уму 4 дня, и меня здесь ущемляют мои права еще. Я пришла, мне сказали, иди, не снимай. Нет, ты пришла, ты уже все сделали, и я уже на смыке некрасивая. Сейчас она убавится. Слушай, это нереально, чтобы ты была некрасивая, Ума. Я тебя тоже обнимаю. Благодарю. Короче, все шикарно. Кому на день рождения идем? Как его зовут, кому мы идем? Извини, я не знаю. Николя Сатази. Нет, к нему мы не пойдем. Андрюша его зовут, очень хороший. Андрюшенька, он очень хороший парень. Наш друг. И жена его Наташа. Тоже нас ждет. Очень хороший. Короче, ладно. Тоже нас ждет. Короче. Я все рассказала. А там поесть будет что, нет? Короче, хорошо с Маюшкой общаюсь? Конечно, Майя — это моя подружка. Кто там пишет? А, это наша семья пишет, хорошо. Вот что с ногтями. Мне сделали вчера маникюр. Как у Умы делала. Ребята, у меня так, супер внешность, но кто бы сомневался, собственно говоря. Ты меня, Ума, научила так отвечать. Она сказала, что я шикарная, что у меня не целлюлит, а это, как это, блики. Блики любви. Короче, у меня... Я реально не... Вы знаете, что вчера со мной было? У меня вчера было 3 съемки. Ума, ты знаешь, что сегодня было? У меня вчера было 3 съемки. Я ничего не успела позавтракать. И на 3 съемке я стою, у меня так... У меня как закружилось, это вообще ужасно. Дочь, ты меня сфоткаешь? Пойдем, а? Сфоткаешь меня? Пойдем сейчас. Пока не могу, сейчас я их смою. Не упади. Смотрите, какие сапоги крутые. Это что за фирма? Луи Витрон. Короче, это не Луи Витрон, а Луи Витрон. Луи Витрон. Ой, а удобно мне ходить? Саша, очень сильно удобно. Удобно, да? Да, очень сильно удобно. Очень сильно удобно. Короче, очень стильно удобно мне ходить. Очень стильно. Стильно удобно. Удобно стильно. Нет. Да хер с ним. Алиса удобна. Ага. Тебя не видно. Ума, тебя не видно. Значит, вы понимаете, Ума после меня подумала, что снимают только ее уже, понимаете, да, масштаб проблем. Ладно, все, не буду тебе снимать, у меня вообще пришла сюда показать. Ты пришла, ты на мне все сделала, я не хочу с тобой да, шею жидкость. Короче, знаете, что мне сейчас посоветовали? А, красиво, спасибо большое, мне очень приятно, что вы мне так говорите. Короче, стройняха. Мне так жарко, кошмар. Ладно, ребят, я вас всех люблю. У меня телефон садится. Это колготки. Вот. Видно, нет? Вот. Это колготки. Теплые. А я без трусов. Я просто в колготках. Красотка, спасибо. Так, какую косметику я использовала? Я, кстати, хочу пост написать на эту тему. У меня новая вообще линия косметики.
Я по-новому стала краситься. Крашу столько сама. И я хотела вам показать. И губы 3D-эффект, кстати. Классно, да? Короче, говорят, классно. Все, я верю. Машулечка, роднулечка, привет. Да я шучу, я в трусах. Ну, ребят, вы же знаете, что я всегда это шучу с вами немножечко иногда. Так. Я вас так всех люблю, честно. И целую. Все, выхожу? Да. Так. Ума, извини, вот тут вопросы пошли к тебе. Как бороться с закупоренными порами? Начались к тебе вопросы. По уходу за лицом. Ходить, нет, ну, нам нужно более. Нет, закупоренные поры. У нас Ума всегда дает сильные советы. Нет, это скрабировать надо, чтобы поры открыть. Короче, Ума говорит, что надо скрабировать. Дальше что? Маша. Да, нет, ну вот это просто... Нет, ну Маша. Все, на меня ругаются. Все плохо, я ушла. Ну зачем из квадратной шеи должно там... Ты шикарная. Спуститься? Меня просят не уходить из эфира. Все, я остаюсь. Я не могу отказать подписчикам. Я сейчас не тоже выйду. Ума сейчас тоже не зайдет с небес, выйдет к вам, ребят. Она сейчас а-ля черный плащ у меня. Не уходи, ладно. Суперстар, спасибо. Ума, какой парфюм я забыла? Спрашиваю тебя. Киллиан. Киллиан парфюм или Монталь? Нет, который вот на Мальдивах, помнишь? Киллиан. А какой это он? Киллиан что-то лав, я не помню. Киллиан лав какой-то, обалденный аромат. Красивое платье. Как платье марка опять? Бальман. Бальман марка. Я забываю, блин, название. Ну, не... что, ты скоро... Ума, мне знаете, что сказала? Маша, тебе скоро подарит браслет Cartier. И в этот же, сука, день мне дарит вот этот браслет, блин, вы понимаете масштаб? Ну вот чуть-чуть, сука, не дотянула. Так все, я замолчала. Я очень эмоциональная, Ума привыкла, а люди еще не могут. Сейчас немного времени пройдет, и меня выгонят. Люблю тебя, спасибо. Мы в салоне, мы где ЦУМ? Мы в ЦУМе. Так, надо подкраситься. Не дали краситься. Я с бирки пришла. Краситься. Нет, хотела глаза подкрасить, сказали. Просит передать Уме, чтобы ты не парилась, потому что в любом виде красота. Да, спасибо. Она вам благодарит. Да. Очень благодарит. Умочка, скажи, пожалуйста, какие крабы лучше использовать? Лучше вообще профессиональные. Я заказываю своего косметолога. Ума сказала, что лучше использовать профессиональные скрабы, которые она заказывает. Она заказывает своего косметолога, потому что у нее, ну, если тоже проблемная. Короче, Ума советует профессионально. Я иду делать татуировку, через два дня буду делать в прямом эфире. Сама придумала, в чем там будет суть, но Ума сказала не делать, потому что это типа как корову будут клеймить меня. Это как с этими, с татушками. Короче, Ума меня отговаривает, а я... У меня нет, я же скрипачка, мне как-то... Ни одной. Мне кажется, я не остановлюсь. Не надо я буду пизданута, и я не остановлюсь, и у меня будет все тело покрыто. Конечно. Я же не сделаю. Мама! Мама, здравствуй! Выходи в эфир быстрее. Ума, тебя поддерживают все. Мам, Машуль. Зачем ты про татуировку говоришь? Я вот сейчас вышла, и ты мне настроение портишь. Зачем ты? У меня что, мало проблем? Ну ты же, так, ты сейчас вышла жаловаться? Я, конечно, радуюсь, но... Я лучше очень... вышла в прямой эфир. А? Булочка моя, красавица.
Как ты хорошо сегодня выглядишь, доча. Ну, хоть что-то хорошее сказал, ладно. Мамочка. Ты в салоне, где Ума? Мне, к сожалению, ничего не слышно. Вот, Машенька, ладно, сидит. Выходи от меня, выходи, потому что мне не слышно ничего. Булочка моя, красавица. Не слышно. Ты же знаешь, Маш, у меня сейчас не самый хороший период, а ты это... У меня с татуировкой зачем-то. Ну, зачем? У тебя хороший период. Ну, все, давай, потом поговорим. Не говори так. Маме плохо, она очень расстроена, потому что я с братом поругалась. Короче, она плакала два дня. Брат симпатичный, да. Ты видела, да, вообще охуенный? Да маме плохо очень. Она рыдает уже два дня. Платье Бальман. Ома, покажись, а? Подожди, что показать? Платье? Ну, серьезно. Мы на день рождения идем после салона. Вот Умочка моя сидит, красавица. Вот она. Доча моя. Передай Уме привет от меня. Вот передаю. Умочка моя. Так по ней соскучилась, только обнять ее хочу. Она такая моя красавица. Она моя доченька. Я безумно люблю Умчик мой, солнце мое, красавица. Меня на вас не надеют курку. Нет, они тебя очень любят, потому что я тебя... Не, выключи пьян от меня. Ума красотка, поняла, пишет тебе, блядь. Уме 30 исполнилось. Я всех люблю. У меня садится телефон, выйду попозже. Да, когда я смотрю.